Более 760 миллионов рублей выделено на строительство 7 новых дорог в Уфе и Стерлитамаке до конца текущего года. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил исполняющий обязанности председателя Госкомитета Республики по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин. Финансирование на строительство объектов из бюджетов разных уровней федеральный центр направит 671 миллион рублей, республиканский 91,5 миллион рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По словам Марата Ахмадуллина, на сегодняшний день заключено 6 контрактов из 7. Реализация указанных проектов способствует развитию территории, на которых планируется к концу 2019 года ввести 200 тысяч квадратных метров жилья. Деньги до муниципалитетов доведены. Муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены по 6 объектам из 7. Общая сумма заключенных контрактов 632. На текущий момент не заключен один контракт на работы по продолжению улицы Георгия Мушникова на участке от улицы Шолохова до улицы Сельско-Богородского в городе Уфе по причине проведения повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Согласно контрактам, в Уфе достроят продолжение улиц Рудольфа Нуреева, Глумилинской и Летчика. В Стерлитамаке среди новых объектов дорога и бульвар по проспекту Октября от улицы Строителей до Магистральной и дорога от улицы Муратова с выездом на Раевский тракт.